Здравствуйте, уважаемые мужики, бабы, господа и дамы, и все. С вами великий и ужасный Нубасян. И мы продолжаем прохождение, наконец-таки, Final Fantasy VI. Прям вот наконец-таки. Не прошло и 25 тысяч лет, и мы продолжаем. Блин, а если я блиц сделаю, я же это, как его... А, ну у меня неправильный блиц, так что все хорошо. Усё будет хорошо. Короче, смотрите, мы Гаем прыгнули, да? Как нам в конце прошлой серии объяснили. А теперь в каждом новом бою Гай будет получать возможность использовать, соответственно, атаки врагов. Изучать их. Ну, если я правильно понял, конечно, смысл. Вау! А, потом надо еще и мясо ему давать. Ёп! Перный стыд. Гоу, есть ваш друг, друг! Я снова с вами. Короче, вот так запускаешь его, и потом... Ну, в общем, это, блин, такая тема, на самом деле, достаточно муторная. Может, ну и он нафиг. Может, нам достаточно будет блица одного, как вы думаете? Ну, чисто блица. Чисто пацанского блича. Ой, блица. Ну, блича тоже нормально. Или это слишком жестко? Блин, а как что попасть-то в эту пещеру, ё-моё? Ёж-матрёж. А там обходить замучаешься полкилометра. Ой. Ну ладно, бывает. Короче, победа это сам... Ой, я не туда пошел. Я так и знал, что я что-нибудь не так сделаю. Так, раз, два, три. Я, кстати, по памяти набираю, ребята, по памяти все. Наконец-то я запомнил. Хоть и столько времени прошло с прошлой нашей серии. Но я запомнил, как это, блядь, делается. За это я минимум заслуживаю лайка. Нет, 10 лайков, 100 лайков, 500 лайков. А, шучу. Поставьте мне жирный дизлайк Васяну такому. Ну, Басяну. Моя жрать хоча! Каен, тот блестящий, приблестящие вещи, которые говорит Гай, здесь-то нет. Каково же ее точное местонахождение, сэр Гау? Забыл. Осмотрим окрестности. Сдается мне, другого выбора-то у нас нет. Какие нахрен окрестности, уважаемые дамы и господа? Что такое, Гай? Блин, почему Гай? Гау! Ты что-то увидал? Можно я его Гаем буду звать? Вау! Ё-моё! Какого хрена мой кошелек? Там было 500 гиль, а? Гау, ах ты маленький сукин сын! Сэр Сабин, прошу, отпустите уже ради всеобщего блага. Да этот маленький пи-пи-пи-пи-пи! Столкнул пи-пи-пи, мой кошелек пи-пи-пи! В воду пи-пи-пи! Он маленький пи-пи-пи. Это оно? Блестящее сокровище? Сокровище, сокровище! Это всё лишь грязный стеклянный шар. Это, похоже, можно на голову-то одевать-то, а? Дурень ты старый. А-а-а, это интересно, сможем-то мы его использовать, а, ребята? Все, с помощью этого можно даже дышать под водой. Ладно, мы пойдем вперед. Я согласен, мы идем вперед. А мы пойдем на север.
Это опасно, не повторяйте. Прыгать в водопад даже с такой штукой на голове, это очень опасно. Эти потоки выглядят весьма стремительно. Да, что вы говорите? Но это единственный способ вовремя добраться до моих друзей. А маленький Гау обкакался. Бывает. А ладно, вперед. Хотя на самом деле просто нубный. Умный не станет прыгать вот отсюда вниз. Да. Я переоценил его умственные способности. Ё-моё, это что такое? А куда? А зачем? Оно само! Я тут ни при чем, оно само. Честное слово, оно само. Естественно, под водой будет. Ё-моё, что это такое вообще? Это, видимо, атаки. Экзорцит. Ну, давайте попробуем. Что за экзорцит такой? Блиц, я неверно увел. Клещи. Ну, только он себя траванул, походу. Или его траванули, походу. Мне прям очень интересно. Ай, я неправильно вел блиц. Можно отменить? Сволочь. Мне очень интересно, просто будет ли работать под водой, соответственно, огненная атака наша. Она же блицовая, но все же. Ну-ка. Да! Видимо, это не огненная атака, а что-то такое более сложно магическое. Более сложно сочиненное. Да давай сюда, ё-моё. А я вообще выбирал, куда мне идти? Такое ощущение, что я нифига не выбирал. Ну ладно, каторга, ё-моё. Так, сюда, сюда, сюда. Потом сюда, и потом сюда. Атака. На самом деле, это, конечно, никакой не яд. Это просто... Это просто типа, когда мы там что-то сделаем, у него там в мозгу типа шевелится что-то и... Ну, вы поняли, да? Фух, ну, перка Феникса на Сабина, конечно же. Надо же Сабина как-то это спасать. Тем более Сабин у нас... Ах ты, сукин сын! Ах ты грязный сукин сын. Так, а у меня есть чем лечить-то вообще? Ё-моё, эликсир снадобье. Сильное зелье. Блин, вот оно было. А я, главное, не могу в этом путешествии-то не нажать, чтобы подлечиться. Я вот так плыву, плыву, хер пойми куда, и плыву. Кругами, блин, куда меня вынесет течение? Походу, он никуда нас нахрен не вынесет. Так, подожди, сильное зелье на Сабина, естественно. Атака. Блиц, блиц, фейлить. Собака, нельзя. Сильное зелье тоже не очень сильно, на самом деле, подействовало. Ой-ё. Короче, все плохо. Если мы сейчас не найдем выход из этой, блин, подводной хрени, мы, блин, сдохнем. По ходу дела, причем очень быстро. Давайте предметы, сильное зелье, нагая. Гигавольт, сучи, гигавольт. Видите, как это противомассовая хрень работает, а? Вау, мы все-таки выплыли, ребят. Ух. Нам повезло, действительно, нам дико повезло. Прям дико повезло.
Теперь нам нужна таверна. В таверне, если мы поспим, может... Это судно направляется в Южный Фигаро. А, нужно еще закупиться. Конечно, надо закупиться, ё-моё. Естественно. Я просто не хочу просто так пирожка Феникса использовать, естественно. Слишком я часто говорю «естественно», да? Ну, вы поняли. Слово «паразит», ё-моё. Естественно. Пабг. Знаете того странного старика, что живет в избушке неподалеку от Летты? 13 лет назад я помогала принимать роды его сына. Тяжелые были роды, мать ребенка не выжила, и человек не смог справиться с горем. И чокнулся в самом деле. Решил, что его ребенок монстр какой-то, и вышвырнул его за порог. Бедный малыш был обречен. Это Гау. Привет, милый юноша, почему нам с тобой не выпить вместе, а? Как вы смеете, нелепая, развратная, пойдите прочь, прочь! Ой, да не нужно быть таким скучным, давай немножко повеселимся, шалонишка. Ну что, как они тебя? Это я зову Шалтай, а это я зову Болтай. Шалтай-болтай? Каин, как я живу, легкая добыча. Нужно быть неуязвимым перед этими чарами. Одно из преимуществ многолетней аскезы. Ой, ну не оставляй меня, стоя тут в одиночестве. Довольно приличной женщине следует держаться скромно и с достоинством, понимаете? Ла-л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 а
Нет, мне она нравится. Привет, милый юноша, почему нам с тобой не выпить вместе? Я бы вообще с удовольствием. Раньше и с городами Южного континента было наложено морское сообщение с Зеном, Альбруком, Марандой. Все эти города пали перед империей. Злобная, поганая империя зла. Я покупаю привозные товары. А я продаю отвозные товары. Согласитесь, впечатляет ребенок, как я, свой бизнес. Купите что-нибудь в качестве поощрения. Ну, хрен с тобой. Чисто так куплю в качестве поощрения, как сказал пацан. Этот остров изолирован от остального мира, поэтому без корабля никуда не попадешь. А что значит изолирован, а? Ну вот это все это брахло. Ну вроде тут ничего не надо покупать. С дороги стоишь посреди улицы весь грязи, а тут мадамы и ходят. Понимаете? Мифриловая когтя, мифриловое копье, коттедж. На все это уже есть. Тут что, нет таверни, что ли, подремать? Сильное зелье. Не хочу я сильных зелий покупать. У нас есть две хилерши, просто они сейчас не с нами, временно. Итак, королевство дома, что к востоку отсюда, тоже оказалось в руинах под империей. Не под империей, а просто в руинах. И не в руинах. А мерзко и подло отравлено. И не королевство, а жители. Мы еще вернем должок этим поганым. А западникам. Отомстим за королевство дома! Из-за обвала путь, который ведет на север вдоль побережья, заблокирован. Серьезно? Поспать? Грабеж! 150 гильдий! Грабеж средь бела дня вообще! Полностью не согласен с такой ценой. Вот вообще.
Вот вообще интересно, он воскресился? Да. Поэтому Феникса перышко нам тратить не пришлось. Великолепно. А вот в первых частях такой, такого обуза имбового не было. Ладно, не совсем обуз, конечно. Никея. Никея почти как Икея, да? Вот такой возможности не было, то есть... В первой и второй финалке, ну, может быть, даже в третьей, пока ты своего члена отряда не по... отнимешь пером Феникса, ты... Но толку от того, что он будет спать, не будет. Потому что он все равно будет мертвым. Вот так-то. А ну корабль надо, наверное. Крысоборотень. Крысоборотень. Я просто хотел посмотреть, что это за враги. Враги-то богатые, но... Наверное, нам все-таки нужно на корабль садиться и плыть к своим друганам. Ну, это самое логичное. Закупаться тут больше нечем. Я прям сильно хотел, тут все равно нет. А, подождите, подождите. Тут же есть вот такая вот штука, да? Неподалеку от Леты живет... Старикан, неподалеку от Леты. Значит, неподалеку отсюда где-то он должен жить, по идее. Если, конечно, я правильно понимаю. А старикан-то батя, скорее всего, Гау. И к этому старикану надо бы, наверное, сходить далеко от Леты. Избушка недалеко от Леты. Давайте попробуем найти. Опять я сейчас блиц неправильно веду. Или правильно? Правильно вроде. Отлично. Далеко от... Ну, я, скорее всего, да. Скорее всего, попасть туда просто не смогу. Или... Может, в этом лесу, кстати? Может быть, в этом лесу. Очень нужно блиц сделать. Получилось. Ну, чтобы не парили мозги просто эти всякие, там, мыши, блин, с крокодилами. А, нет, хрен там плавал. Я все понял. А значит, на кораблик. На кораблик. На корабельк. Значит, к сожалению, к счастью, других вариантов у нас нет. Примем это как должно. Е-е-е-е-е-е. Ладно, в этих бочках ничего нет, что ли? Серьезно? Ну, это я, кажется, проверял, но тут бочку не проверял. Или проверял тоже. Пусто. Сходим на борт. Корабль, естественно, плывет сам. У него свой маршрут. Да, Нарша, отсюда рукой подать. Интересно, все ли в порядке с моими друзьями? Я уверен, что так и есть. Вау! Ага, выберите сценарий купа. Ну, сценарий у нас остался один, естественно. Как раз с друзьями. А, надо засейвиться. Надо засейвиться. Засейвиться и на этом, наверное, закончить, потому что сценарий будет достаточно долгий, я по-любому уверен в этом. Мы его будем проходить уже в следующей серии. Я постараюсь их выпускать как можно чаще, честное слово, постараюсь. Спасибо огромнейшее, что все еще смотрите, не отписывайтесь, не бросайте на Басяна. Хотя я делаю с такими перерывами видео и стримы. Ставьте, блин, дизлайки мне за это. Всем спасибо, с вами была, и ждите новых серий. Всем пока.